Перед вами слитный купальник с чашкой и боковым подкроем. Но давайте в целом поговорим о подборе купальников, чтобы вы тоже понимали, на что обращать внимание. Первое, что мы смотрим у купальника, это регулируются ли бретели и как сконструирована чашка. Здесь чашка в своей основе имеет ту же самую конструкцию, что и бюстгальтеры у бренда. Если мы уберем декоративные элементы, то мы увидим здесь и каркас, и боковой подкрой, который работает с внешней полнотой груди. Но при этом на спинке все сделано как положено для профессиональной работы, для бренда, который продумывает свои модели. Обратите внимание, что пояс у нас здесь имеет застежку. То есть это не просто открытая спина, а пояс все равно в купальнике присутствует. И это говорит о том, что этот бюстгальтер будет оказывать хорошую поддержку для груди. У нас грудь не будет жить отдельную свою жизнь в периоде, когда вы находитесь на пляже, да, и клиенту своему можете про это рассказывать, о том, что здесь хорошая будет стабильность. Сильная посадка за счет того, что слитный купальник имеет пояс. Крепление бретели перпендикулярное, сам по себе пояс такой же стабильный, он может даже вначале показаться достаточно плотным, но обязательно проговаривайте клиенту, что купальник все-таки чуть-чуть подрастягивается, поэтому не нужно пугаться этой плотности. Косточки гибкие, будут рассаживаться по ребру, будет такая же прекрасная посадка, как бюстгальтеры с данным кроем, и поддержка будет оказана хорошая. Давайте я вам просто покажу, крепление здесь такое же, как в других моделях, но обратите внимание, да, белая сетка PowerNet здесь она вставлена, к телу она более мягкая, а там, где пояс, для стабилизации она чуть-чуть пожестче. И это говорит о том, что бренд продумал эту конструкцию. За это прям отдельные 5 баллов. И если мы вернемся к зоне декольте, то здесь вы увидите достаточно открытое декольте. Хорошо будет этот купальник отрабатывать на среднюю и большую грудь. За счет вертикального шва грудь будет подниматься, диагональ будет ее скруглять, боковой подкрой собирать с боков и уводить ее в центр, соответственно, женщина будет в этом купальнике выглядеть стройнее. За счет драпировки будет маскироваться складочки, которые многие так переживают. Дополнительная сетка PowerNet создает корректирующий эффект. Поэтому, если вы хотели добавить в свой ассортимент купальники с корректирующим эффектом, то обратите, пожалуйста, внимание на ассортимент бренда Zebra. Они прекрасно будут в работе, при этом есть хорошие цветовые решения, которые также отметил стилист Ассоциации брафитеров и рекомендовал их заказам. А это очень важно. Я сейчас ни одной коллекции не пропускаю для того, чтобы стилист ее оценил и рассказал, насколько она соответствует сегодняшним трендам.